Здравствуйте, мои дорогие зрители! Спасибо, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Эля, и я хочу сегодня приготовить говядину в кисло-сладком соусе с черносливом. Это очень сытное и вкусное блюдо. Готовится оно, конечно, не очень быстро, но получается очень вкусно. Приятного вам просмотра! Для того, чтобы приготовить говядину с черносливом, нам понадобится около килограмма говядины, филе, лук, 100-150 грамм чернослива без косточек, полстакана красного вина, подсолнечное масло, томатную пасту, соль и перец по вкусу и сахар. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Итак, мы берем каждый кусочек говядины и начинаем обжаривать до румяной корочки. Мы кладем их на сковороду, чтобы между ними оставалось место, чтобы они хорошо обжарились, а не тушились. Мясо обжариваем со всех сторон. Чтобы оно покрылось румяной корочкой. Обжаренное мясо перекладываем в мультиварку. Пока мы будем перекладывать и обжаривать все мясо, мультиварку ставим в режим жарко. И продолжаем обжаривать. После того, как мы обжарили все мясо и переложили в мультиварку, наливаем в мясо полстакана красного вина, полстакана кипяченой воды, закрываем мультиварку и ставим на тушение примерно на полчаса. То масло, в котором обжаривалось мясо, мы насыпаем лук и начинаем обжаривать. В обжаренный лук добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и продолжаем обжаривать. После того, как томатная паста с луком обжарилась, мы это все перекладываем в мультиварку. Все перемешиваем. И продолжаем тушить еще полчаса. После того, как мясо стало мягким, мы добавляем в мясо примерно 1 чайную ложку сахара, пару листиков лаврового листа, солим по вкусу и перчим. И продолжаем тушить примерно 15 минут. Итак, дорогие зрители, за 10 минут до готовности
мы в наше мясо засыпаем чернослив, который я порезала. И продолжаем тушить буквально 10 минут. После этого наше блюдо будет готово. Вот такое у меня очень вкусное и сытное блюдо получилось. Мясо получается очень мягким, нежным. Я гарниру отварила картошку, сделала из него пюре. Можно отварить рис, макароны. В принципе, к этому мясу подходит любой гарнир. Приятного вам аппетита! Спасибо, что вы просмотрели видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. До скорой встречи!